Сегодня первый гоночный день во всех трех регатах, и погода для успешного старта оказалась благоприятной. На воду вышли 307 яхт. Это около 400 спортсменов из разных регионов страны. Пока первые номера национальной сборной бьются за перспективу участвовать в Олимпиаде в гонке на Пальма-де-Майорке, вторые номера бороздят просторы Черного моря на втором этапе Кубка России в олимпийских классах яхт. Вместе с ними тяжелые финны и участники всероссийских соревнований по парусному спорту «Сочинская регата». Участников очень много, такого давно у нас не было. Причина такого количества участников – это отбор на спартакиаду. Участникся летом. И, безусловно, отбор в молодежную сборную команды страны в класс «Лазер 4,7», класс «Лазер Радиал». На финал летней спартакиады учащихся, которая пройдет в Челябинске, попадут сильнейшие юные яхтсмены. Те, кто постарше, по результатам регаты пройдет отбор в молодежную сборную команду России по парусному спорту. Яхтсмен из Тольятти Семен Забелин занял третье место на прошлом этапе Кубка России. На этот раз к победе не стремится, ему нужен опыт. Недавно он сменил класс, из «Лазера» пересел на «Накру». На эту регату стоит задача больше набраться опыта, чем занять какие-то места. После «Лазера» непривычно, потому что скорость намного больше и управляется совершенно по-другому. Погода замечательная, соперники отличные, опытные. Последний гоночный день всех трех парусных регат состоится 29 марта. Тогда же станет известно, кто из яхтсменов примет участие в третьем финале Кубка России в олимпийских яхтах. Он пройдет в апреле. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.